Так, 143. Да, здрасте. А так, вообще 142. Среднее арифметическое у нас что будет? Видимо, все же 140. 141. В общем, среднее арифметическое у нас будет 144. Посчитаем, пока оно будет тупиться. 100 лет ничего не делала. Обленилась жутко. И куда мы полезли? Пумс. По носу тебе. Дать. Любопытному. Ты мыло точно есть не будешь. А попробуй, понюхай. До чего дожила? Топить вообще совершенно не в чем. Одна единственная фигурина. Еще я в ней ем. Даже без понятия, сколько я наливаю. Я думаю, можно все вылить. Вообще меня просили гель душа сварганить как-нибудь. Ну, в принципе, тут слегка больше получается, может получится гель душа. Нифига оно не растопилось до конца.
Горе-то какое. Ой-ой-ой-ой, сейчас прольется. Лучше пока закрыть. Я и забыла, что у меня тут есть чудо-кот. Что-нибудь понятно? Чистой палочкой. Механизма. Теперь оно супер горячее, чем бы его достать? Животное, уйди нахрен, а? А теперь, по-моему, оно растопилось. Сгинь, говорят тебе. Сгинь, говорю. Кыш. Можно сказать, практически чайная ложка, 4/5 оной. Конечно, тебе дали еды, у тебя вообще-то там есть еда. Надеюсь, была крошечка. Хотя я вообще думаю, если мята мелисса подмятник и рода с глицерином, вполне может сойти за гель для душа, да? А если все остальное добавить, то у нас будет шампунька. Надо только куда-то это отлить. Слегка. И розу сейчас добавим. Походу дела, чуваку аромат розы не нравится. Так я и не купила в фиксике эту фигню взбивательную с батарейками. Нету у нашего мульчишка в фиксике. Когда у них была кофейная серия, специально к ним подорвалась, а у этих гадов не было. Именно этой хрени. Не судьба мне. Буду взбивать лапками. А еще где-то у меня тут соль была. Ну, соль, я думаю, в любом случае надо захераначить. Это все еще с того набора, где
жидкая основа для шампуня была. Кто смотрел тот видос? Ему можно еще подлить. Не заметила я в этот раз, сколько у меня жидкости. Ну, в итоге потом узнаем. Хотя кто-нибудь в комментах напишет, что я опять непропорционально делаю, что жидкость граммы и миллилитр это разное и тому подобное. У каждого своя плотность. По химии у меня в школе было 5, но сейчас я ни хрена не помню. Вот прикол, если оно закончится до того, как я перелью. В крайнем случае придется доснимать. Там 5 минут, кажется, осталось. И красная уже батарейка подмигивает. Или засниму уже результат завтра. Что все равно ему надо где-то часов 12 настаиваться. Сюда пока идет. Где крестика? Теперь мы сюда добавим всю эту хрень, протеин пшеницы. Тут должно быть 4 миллилитра. Много, не мало. Ты думаешь, это съедобно? Может и съедобно, но... Что-то я не рискнула бы тебе это давать. Это у нас экстракт ромашки. Ну-ка, ся, выдавливайся. Фиг, блин, выдавишь. Засорилась, что ли, что? Тоже где-то миллилитр 4 было. Не хочет оно давиться совершенно. Она, оказывается, доставалась. О, а я не знала. Ой, физиономию слегка катила. И на стол накапала. Все равно потом убираться. Где фигня? 4 миллилитра. Теперь это надо промешать снова.
Где у нас? А, вот она. Шампунька. Да, наверное, надо было меньше наливать. Придется закрыть другой крышечкой. Шампунька. По-моему,